Всем большой привет, вы на канале Kids Play Box, и сегодня нас вместе с целым семейством домашних котов ждет большой поход в магазин. Так что, если вы готовы, устраивайтесь поудобнее, жмите большой бодрящий лайк под этим видео, и мы начинаем. Вперед, друзья! Кого возьмем за покупками? Перед тем, как идти в магазин, мы возьмем еще одного друга с собой. Кроме нашего семейства домашних котов, с нами идет еще дружок какой-то. Так, ну вот давайте возьмем вот самого забавного кота. Вот такого вот забавного синего кота. Так, ага. Теперь мы выберем крутую тележку, вот такую машинку прикольную. Тебе нравится. Вперед за покупками. Так, нас нужно хлебные игрушки и сладости. Ну, давайте зайдем в хлебный. Банан нужен? Так, давай банан. Банан, вон банан. Ура, теперь молоко. Так, где... А, нет, сок. Батон. Ух ты, быстренько бегают. Ой, промахнулись. Дай. Так, давайте еще ждем. О, вот еще батоны. Хорошо. Бананы. Рыба. Ура! И такую колбасу. Ура! Так, надо еще взвесить их, да? Что ж мы тут взвешивать-то собрались? Давай, а, бананы, бананы, конечно, да. Который нужно взвесить. Лимон. Мы лимон вообще-то не покупали вроде бы. Откуда взялся лимон? Ну ладно. Ага, и клубник тоже не брали. Странно очень, конечно. Что это за покупки? Чьи это покупки, непонятно, да? Помидоры, слушай. Кот, ты чьи продукты там взвешиваешь-то? Ну, говорят, молодец. Ладно, молодец. Окей, молодец, так молодец. Класс. Дальше, что у нас? Мы открыли новый продукт. Какие-то печеньки, что ли, в банке. Непонятно, в общем, да? Ага, сладости. Теперь мы в отдел сладостей забегаем с этим котом. Так, пироженки. Кексик. Нужно. Кексик. Вот такой вот чего-то там. Ура! И этот чего-то там. Правильно. И яблоки, варенье. Ой, и вот это какие-то там. Укрепол. Вау. Ничего себе мокрый пол. Да это целая лужа тут. Перепрыгивай препятствия, чтобы не упасть на мокрый пол. Ничего себе, как это он прыгает так? Яу! Ёлки-палки. Ну тут и мокрый пол, что-то в магазине. Ну тут, по-моему, прорвало что-то кроны. Ауч! Так, надо пораньше прыгать. Джу. Ничего себе, мокрый пол. Тут разлили лужу целую. Кто за порядком тут следит в магазине? Ага, мячик открыли, новый продукт. Так, ну и в игрушки теперь мы, да? Мы должны посетить еще игрушечный отдел. Давай зайдем, тут что тут интересного посмотрим. Так, карандаши. А, так, скейты. Это гусеница? Зачем нам гусеница? Мячик. Промахнулись, мячик. Маску. Где маска? Так, маску нашли. И мячик. О, слушайте, достаточно быстро бегает. Че, выберем игрушку? А, это такой автомат, да? Будем игрушку доставать. Окей, найди, ладно, давай. Игрушку. А, найти просто игрушку, да? Так, это нам не нужен, это не нужен, не нужен, не нужен. Во, вот наш Мишка. Молодцы! Раскидали все игрушки из коробки. Так, все. Сосиски у нас появились. Первый поход в магазин был успешным. Все, выполнили вовремя. Так, что там еще? Подожди, на кассу ж надо. А, мы еще ж на кассу не сходили. Ёлки, какой же поход. Все оплатить надо, конечно же. Так, вот куча товара у нас. Так, что скажешь? Давай. Что, даже не сказали, сколько надо денег? Ну ладно. Просто дал денег, да и все. Ну ладно, ладно, давай. Все, поход в магазин. Отправили кота синего в магазин. У нас есть праздничная тележка теперь новогодняя с гирляндами. Ладно. Бим-бим-бим-бим. Где? Во. Хоп, новая телега. Так, ну что, давайте посмотрим. У нас еще куча есть желающих сходить в магазин. Так, давайте кого-то так. Ага. Ну, был у нас мальчик, давайте теперь девочку возьмем. Да, давай, такая девочка у нас, которая пойдет тоже в магазин. Ну и дайте ему вот эту вот новую прикольную телегу ей дадим. Которая тебе нравится. Так, куда мы пойдем с тобой? Выбирай, хлебный? А, продуктовый, в общем. Давай, ну давай опять. Угу. Так, колбасы, ого. Здорово. Так, эту колбасу. Верно. Этот пакет. Хлеб. Ого. Белый хлеб. Капуста. Ох, какая рыба страшная. Ого. Надо взвесить продукты.
взвесим продукт, давай. О, пустые полки что-то тут прошли. Все уже украдено. Так, забрано до нас, да? Так, опять взвешивают непонятно чьи продукты. Ты же не покупал эти продукты, да? Так. Что такое? Ну что, подрабатывает тут в магазине, что ли? Так. Ура! Ти-дри-дри-дри-дри. То есть чьи-то покупки взвесило. Ух ты, ракета у нас теперь. Ну давай, ракета. Что, пойдем в этот? Подожди, ну давай, в выгрузочный отдел зайдем. Так, маска, маска, маска есть. Юла есть. Так, картина с костром и шлем. Так, и карандаши еще. Эй, карандаши, давай, давай. Найдем игрушку. Ура! Так, ищем игрушку. Стоги сена, стоги игрушек. А, вон она, вон. Кубики. Ура! Быстро нашли, в общем, нужную игрушку. Мы такие же опытные покупатели магазина. Так, что-то каша. У нас новый продукт, каша. Так, то есть постепенно у нас ассортимент магазина расширяется. Товаров становится все больше. И, в общем, все интереснее ходить в магазин. Так, что ты бежишь? Давай, чичку. А, подожди. Ай, промахнулся. Ё-моё. Ай, кексики, кексики. Кашу, кашу. Ё-моё. Эй. Так, это я не знаю, что. Ай, ты только не успел. Да ё-моё, так быстро-то, а. О, давай. И вот это. Во. О, опять мокрый пол. Опять это лужа, блин. Кто-нибудь уже уберите лужу-то, а. Вау. Да ё-моё, со старта прямо как. Прыжок. Интересно, как же она прыгает на этой телеге-то? А? Телега-то серьезная, кстати, тяжелая, да еще и с продуктами. Прям, слушайте, прыжковая у нас телега. Прикиньте, такие магазины бы были, да? Представляете? Молодец, сказали нам. В общем, мы молодцы, справились, теперь на кассу. О, упаковка сосисок у нас теперь есть, новый продукт, который можно будет покупать в продуктовом отделе. Так, на кассу давай теперь. Рассчитаться. Так, вот все это мы нагребли всего. Так, вот так. Все, опять давай неизвестное количество денег. Забираем продукты и все. Ура, подарок. Какой-то большой подарок нам, кстати. Да, что за подарок? Вау, это говорят нам, да. Так, это не то. Это подарок нам просто дали. Показали, что есть еще игра. Так, окей. Здорово, возьмем за покупку. Ух ты, ничего себе. Телега золотая с мигалкой. Вау, ну это серьезно уже. Это мощная телега, да, да. С мигалкой. Это для особо крутых котиков, да? Давай оценим игру. Выбери смайлик. Так, ну вот такой у нас был поход в магазин. С каждым разом будет увеличиваться количество продуктов, какие есть на выбор в магазине. Ну, новые мини-игры, возможно, еще какие-то там есть. Так что, если хотите узнать все, что приготовили авторы игры при походах в магазин, то обязательно скачивайте игру по ссылочке в описании. Ну, а на сегодня у нас уже обзорчик закончен. Кому понравился наш видосик, ставим большой лайк. Не забываем подписываться на канал, если еще не подписаны. Ну, а на сегодня у нас все. Заходите почаще, будет еще много интересных видосиков. Так что, удачи всем, пока, друзья!